Всем привет. Есть одна интересная штука, которую я вам хотел давно показать и рассказать. Просто уже говорил, что люди просят побольше видео по HA и HB. Так вот, начнем с того, что этот автомобиль у нас турбодизель 2.2, это Kia Sorento 2014 года. Вот, сейчас сразу помечу, что там с 2014 по 2016 год шли автомобили с данной турбиной, про которую сейчас и будет идти речь. Этот двигатель, я не знаю, что это был эксперимент, никогда не вникал, не вдавался, но очень много проблем с данной начинкой, так сказать, которую добавили сюда. Здесь очень часто разваливается турбокомпрессор. Ну как часто? Каждые 100 тысяч, каждые 100-150 тысяч разлетается турбокомпрессор. То есть появляется осевой, радиальный люфт и так далее, так далее. А если мы возьмем обычный Sorento, который до 2014 года или после 2016 ездит без проблем. То есть они уже отходили там по 500-600 тысяч, есть экземпляры, которые вообще ничего не делают. Вот, я тут ковыряюсь, видите? Такой гадости залез. Почему это происходит на данной модели? Дело в том, что этот экспериментальный автомобиль, не знаю, может быть, не экспериментальный, не знаю, говорю, не вникал и не вдавался, кто и когда, зачем это вообще все сделал. Дело в том, что данный двигатель оснащен двумя клапанами EGR. То есть у нас есть это HP, они отличаются, и LP, то есть это низкого и высокого давления. Вот у нас, смотрите, здесь стоит клапан EGR, вот он основной, как у всех машин. Вот он стоит, HA, HB, и вот он пошел, и он всю эту каку грязь закидывает в впускной коллектор. Мы уже показывали видео, как мы мыли, чистили коллектор, забит датчик надува и так далее, проблем. Но здесь проблем еще больше. Они добавили второй, дополнительный, который выходит с другой стороны. То есть у нас вот коллектор, выпуск. С одной стороны у нас один пошел клапан, а с другой стороны пошел второй. Так вот он там стоит внизу, вот здесь. Вот он внизу, там стоит клапан EGR второй. Он опускается вниз, также проходит через теплообменник. И потом, прям в турбокомпрессор, сразу в холодную улитку, где турбина вращается с очень высокими оборотами, он берет и закидывает вот эту... Сейчас покажу. Ужас. Ах, как будто куда-то прям вообще попал. Ах, как когда? Да, там вообще прям ужасно. Вот это, вот эти куски попадают, то есть турбина у нас там вращается там 10-12 тысяч оборотов, да, и вот этот кусок отрывается и попадает туда. Вот у них как раз именно вот эта болезнь разбивает холодную улитку, появляется осевой люфт, то есть все, в принципе, работает, но появляется это гораздо раньше, на, там, в разы. Так вот, к чему идем? Будем глушить. Здесь поставим заглушку. Также заглушку клапана EGR. То есть это у нас клапан EGR, получается, низкого давления. Вот, чтобы это как-то туда не попадало. Если здесь у нас стоят болты, мы можем фланец отогнуть, засунуть туда заглушечку. То здесь торчат шпильки. Так вот, саму полностью трубку, вот этот фитинг клапана EGR, то есть у нас второго, достаточно сложно вытащить. Там еще есть болт, снизу еще надо залезть через полный привод и открутить еще две гайки. Ну, все это сложно. Поэтому я воспользуюсь, вот, воспользовался шпильковертом. То есть, и выкрутил две шпильки. Вот так. Вот они, шпилечки. Просто выворачиваем, отворачиваем там болт, который подпирает. Самый главный момент. Смотрите, здесь неоднократно уже глушили второй клапан. То есть мы это делалось. И как и с клапаном EGR основным, есть одна из проблем. То есть он может увидеть ее, эту заглушку, а может не увидеть. То есть, ну, практика показывает, что где-то 50 на 50. То есть сейчас мы туда ставим ее, глушим, она поедет лучше, все будет отлично. И если она ее не увидит, эту заглушку, то мы все оставляем и ездим, ничего не трогаем. Но если же все-таки она выбит, тогда нам придется его отшивать. Есть проблема. Дело в том, что прошивка обычный штатный клапан EGR стоит там, допустим, 9 тысяч. А на два клапана EGR, включая еще горный тормоз у нас имеется здесь, сам сажевый, все в комплекте, то есть сделать это гораздо дороже. То есть она более редкая прошивка и более дорогая. Поэтому клиент в курсе, поэтому он согласен на эксперимент. Потому что турбокомпрессоры ему меняли уже по гарантии у дилеров, потом меняли еще раз. И вот опять вроде что-то плоховато, он приезжал на диагностику, плоховато она тянет. И вот на этот раз решились заглушить. То есть сажевый у нас чистый, сажевый проверили. Основной клапан EGR в прошлый раз на диагностике тоже проверили, все работает.
Основной сейчас задачей и проблемой стоит вот этот дополнительный клапан, то есть низкого давления. Сейчас здесь все поковыряюсь, уберу как можно больше, вырежем здесь холодное место. Какую-то толстую ставить не нужно, потому что, опять же, если поставим толстую, то шпильки начнут не совпадать. Вот, будем ставить обычную, тоненькую. Я ставлю оцинковочку, она здесь никогда не сгорит. В отличие от основного клапана EGR, конденсата здесь я никогда не видел. То есть, если там она ржавела, попадал конденсат, то здесь я никогда ничего подобного не видел. На улице, да? Хорошо. Сейчас я выйду туда. Сейчас выйду из сервиса. Так, что вот сейчас будем резать заглушечку. Ну, ширина, в принципе, чуть-чуть еще подрезать можно. Смотрите, я, допустим, никогда не мучаюсь с этими, не сверлю ничего, не делаю. Самое главное сделать ровную. Очень многие допускают ошибку, когда засовывают туда просто вот так пластину. То есть вот так засовывают пластину, потом стягивают болты, получается прокладка вот так встает, и там получается дырка. То есть, если у нас здесь, допустим, стальной фитинг подходит, но когда он алюминиевый, если взять там другие автомобили, очень много видел, что лопается ухо. То есть, ни в коем случае нельзя делать. То есть, мы сделаем прорези, но только вдоль. И она плотненько прижмется. Я как-то первые разы, когда глушил, отворачивал полностью трубку. Отвернуть не проблема, там, в принципе. Но вот собрать ее назад очень сложно. Ну вот она, вот так она у нас сейчас ляжет, вот она, все, и прекрасно зажмется. Так, сейчас я по ней постучу, выровню ее. А вот. Надо. А? Вот, шить это такое здесь, знаешь, да. Проверка. Да, да, да. Так, короче, теоретически лучше на горячке глушить, да? Кого именно? Второй клапан глушить на горячке или что? Нет, Юрик. Вот здесь штатный свой. Мы его оставляем. Мы глушим второй клапан EGR. Тупо только который. Здесь два. Здесь два клапана. Мы глушим второй. Вот в том-то и дело, что я уже это делал. И были случаи, когда загоралось, а когда нет. И с этим клапаном тоже. Что-то у меня с герметиком случилось. Не хочет. Не хочет ни в какую уходить. Хочу чуть-чуть нанесем, хуже не будет, так, потому что очень часто тоже они пропускают, если не нанести. То есть, так, сама заглушечка, так, у нас сюда есть, а туда сейчас тоже нанесем. Так, там уже стоял не родной болт, вот ключ 13, он очень-очень легкий, что-то как-то даже. На Audi такие используют на креплении там, на коробке облегченные болты. Что-то там раскричались. Так, все, болт пошел. А вон то, что такое круглое, что такое лежит? Раздатка нового образца. А, раздатка нового образца? Ну какая? Чем дальше в лес, да? Так она поняла, они уже, смотри, что сделали. Че? Она уже не сквозная. А. Уже привод отдельно, раздатка отдельно. А, вон в чем дело. А как она, где она там? Ладно, потом посмотрю, что это за новое чудо инженерии. Вот, сейчас шпильковертом подтягиваем шпильки. Отлично. Так, все, две гаечки сейчас. Не надо тянуть тоже. Безумно никогда. Вот, маленькая трещоточка будет достаточно. Так, ну вот и все. Теперь это нехорошая гадость. Попадать туда не будет. Теперь сейчас запустим. Проверим, не станет ли она прям здесь. В аварийный режим. И если все хорошо будет работать, то отпустим человека, то есть, потому что сейчас она ошибку может не показать, то есть она увидит ее, если увидит, то только в процессе эксплуатации. Ну вот, все у нас, все работает, все прекрасно, шкив и коленвала вроде на месте, ремешочек уже пожелтел, скоро захочет меняться.
Вот этот свист, слышите, это, то есть, это свист уже очередной турбины. Дело в том, что клиент уже хочет доездить на ней и все, до конца. Тут она в аварию не встала. Ну, на самом деле, то есть, когда человек приехал на диагностику, то есть уже сказали, что турбокомпрессор не жилец, и причиной стало вот именно второй ЕГР, который у нас, это уже не первая турбина, то есть и не вторая. Заглушили в надежде на то, что эта турбина еще как-то походит сколько-то там, потому что так как она уже не первая, все уже устали от этих замен. Поэтому сейчас заглушили, ну и когда развалится, тогда уже будем смотреть, что там дальше. Ну все, закончим. Если у вас, допустим, нет шпильковерта восьмерки, то тогда вам придется фитинг, конечно, снимать весь полностью. То есть там у нас сзади один болт и снизу еще две гаечки подъемничком. Если есть, конечно, шпильковерт, то вот можешь сделать так, как я это сделал. Ну все, если кто будет делать, то всем удачи. До свидания.